Нет. Сейчас, секундочку. Да. Три вещи, которые меня раздражают. Ну, вообще, мне мало что раздражает. Я так оптимистично всегда настроена на все, и даже плохое всегда, мне кажется, хорошим. Во всем есть какие-то свои плюсы. Ну, не знаю, может быть, я не очень люблю... ну, то есть, наверное, уже это я буду говорить о человеческих качествах. Ну, я не знаю, там, неискренность, предательство, несправедливость. Вот, вот это меня раздражает. Вот, все, я нашла.